вначале было сложно, когда мы начали все это тренировать. Первые танцы, когда мы их начали изучать, а потом со временем, так сказать, я привык к партнеру, и мне стало гораздо легче с ней танцевать. Как мне кажется, это довольно-таки престижно, то есть каждый военный человек должен уметь, даже должен, точнее, обязан уметь танцевать вальс. Желающих было очень много. Так получается, что у нас четное количество мальчиков и девочек, то есть 32 человека на тот момент, было 16 пар. И практически все хотели участвовать в данном событии. Мы на тот момент пригласили хореографа к нам, и ребята стали в пары, и хореограф уже отбирал детей, которые хорошо танцуют, смотрятся вместе.